Не тот сибиряк, кто не мерзнет, а тот, кто плохо одевается. Этот универсальный принцип хорош везде, где есть сильные морозы, вне зависимости от географии. И лесная норвежская кошка, укутанная в шубу из трехслойного меха, знает об этом не понаслышке. Порода появилась на севере Скандинавии, поэтому она хорошо приспособлена к холодным зимам и устойчива к суровым условиям. Норвежский лесной кот – это аборигенная порода. Лесной кот, он считается достоянием Норвегии. Это достаточно крупная порода. Вообще они очень хорошо одеты. То есть это кошка, которая выживает в Норвегии в лесу зимой. По стандарту у Норвега обязательны кисти на ушах. За шерстью норвежской лесной кошки необходим особый уход, поэтому стоит приучить животное к расческе с малого возраста, и тогда домашний любимец будет воспринимать регулярный уход как часть общения с хозяином. Перед вами котята норвежской лесной кошки. Всем по 6 месяцев и все разного окраса. Он может быть сплошным, биколорным, затененным и дымчатым. В общем, признано 64 варианта окраса норвежских лесных кошек. Содержать норвежскую лесную кошку лучше в частном доме, чтобы у животного была возможность выходить на улицу и наслаждаться свежим воздухом. Если же в вашем распоряжении только квартира, рекомендуется гулять с питомцем не реже раза в месяц. Делать это можно смело даже в холодное время года. Что касается питания, то норвежцев сложно назвать прихотливыми или капризными животными. Вообще она подойдет любому человеку, хоть ребенку, хоть взрослому, хоть пожилому, потому что это очень-очень ласковые коты. При этом они очень смелые и везде чувствуют себя хорошо. Период адаптации занимает от 1 дня до недели. Если вы хотите кошку, которая будет сидеть на руках, ластиться, то это норвежский лесной кот. Тем не менее, из-за того, что это достаточно крупная порода кошки, очень важно соблюдать объем порции. Еды норвежским лесным кошкам требуется несколько больше. При расчетах необходимо учитывать текущий вес питомца. В остальном же советы стандартные. Профессиональные корма премиум-класса или сбалансированное натуральное питание.